Иван Носков назначен исполняющим обязанности заместителя главы Нижнего Новгорода и сегодня уже приступил к работе. Об этом сообщает администрация города. Иван Носков будет курировать блок, который ранее находился в ведении Марии Холкиной. Как отметил глава города Владимир Панов, основные задачи, которые сейчас стоят перед новым руководителем, это формирование новой кадровой политики, разработка и внедрение информационных систем для коммуникации с жителями. Последним местом работы Ивана Носкова была администрация Иркутска, где он занимал должность вице-мэра.